Здравствуйте, сегодня 15 февраля 2024 года. Стою на улице Нормандии-Неман возле музея Диорамы. Сейчас посмотрим пушечки, танчик. А пока давайте посмотрим на голубей, на орловских. Здесь выбрасывают и местные жители хлебушек, вот они клюют. Голуби разные, есть старенькие, есть молоденькие, есть грязненькие, есть чистенькие, есть толстенькие, есть худенькие, есть самцы, есть самочки, и даже галки тут есть. Вот рядом с голубями галки, и все они тут дружно клюют зерно. А именно, голуби разных видов, цветов, полов дружно клюют зерно. Не ругаются, не дерутся. Мало того, еще и допускают галок. Тут еще и галки к ним подходят, и этим тоже находится, что поклевать. Вот галка, например, стоит. И все дружно клюют зерно. Вот. Эти не дерутся. Молодцы голуби. Насыщаются с утра. Сейчас около 9 часов утра. Вот такая приятная картина. Кормление животных. Хлебушек им подкинули, не знаю кто. Местные жители, наверное. В общем, кормление животных. А это улица Нормандии-Неман. Музей Диорама. Военно-исторический. Погода странная достаточно. Вот смотрите, наст. Кто-то по насту прошелся, он проваливается. Что такое наст? Твердая корка, корка на снежном покрове. Называется наст. Температура такая, около нуля. Легкий плюс, легкий минус. С неба идет то ли крупа, то ли дождь. Вот лужи стоят не замерзшие. На дороге каша. Но в целом не скользко. Не то, что вчера. Вчера было скользко, сегодня ходить спокойно можно. А вот первый экземпляр гаубица возле военно-исторического музея. Да, забыл еще сказать. На деревьях, на проводах слой льда. Слой льда. И поэтому вот на знаменке я был. Достаточно плохо сейчас с электричеством и с сотовой связью. Наст настолько крепкий, что по нему можно ходить. Вот я такой полный человек. Я хожу по насту, он не проваливается. Вот что на льдах, на проводах, видите, сосульки. На ветвях деревьев. И даже, видите, на гаубице слой льда. Вот такая погода. Интересная. Сегодня 15 февраля 2024 года. Я тут пройтись немного решился. И поэтому ролик вот такой снимаю. Вообще это дом купца Чикина конца 19 века. Вот он, купец Чикин наш орловский. Красиво, я считаю. Даже на актера похож на какого-то. Молодец, хороший купец. Вот смотрите, тут стаканы такие граненые. Самовар. Пьет чай. Я тоже чай люблю, но у меня поменьше чайничка себе завариваю, не самовар целый. Мы раньше любили купцы чай пить. Смотрите, что. Смотрите, как здорово, да? Лед. Смотрите, на деревьях и на проводах тоже. Смотрите.
намерз. Здорово, да? Вот деревья стоят во льду. Да. Деревья во льду. Все во льду, гаубица во льду, провода во льду. Военный исторический музей. Вот та гаубица более старая. И танк, по-моему, Т-70. Сейчас поснимаем, подойдем. Лед. Лед. На всем лед. Все в ледяной глазури покрыто. Смотрится, конечно, удивительно. Вот смотрите. Какой нарост льда большой. Это гаубица, по-моему, дореволюционного образца. Вот такая. Гаубица. Тоже колеса во льду, ствол во льду. Времен Первой мировой войны, по-моему, это гаубица. Я точно не помню. Не видно таблички. Танк еще посмотрим. Танчик маленький, но, думаю, удаленький. Т-70. Вроде бы. Это улица Нормандия, Неман. Она идет прямо вот к железнодорожному мосту, к Козьему парку. И в конце ее есть пляжик, который я неоднократно снимал. В общем, танк Т-70. Ну, хорошо так выглядит. Маленький такой, аккуратный. Участвовал в боях за Орел. Такая табличка. На нем тоже ледяные вот эти сосульки. Небольшой танк, совсем небольшой. Смотрите, какой толстый. Наросты. Наросты льда на деревьях. Вот такая причудливая природа сегодня. Удивительно. И даже порой красиво. Если бы не перебои с электричеством, можно было бы восторгаться из сотовой связи. Видите, что? Наледи. И там вдали виднеется храм Смоленской иконы Божьей Матери. В советское время в нем был хлебзавод и рядом кинотеатр «Комсомолец». Ну, в общем, вот такой ролик для вас я сегодня снял 15 февраля 2024 года. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Если хотите благодарить, пополните баланс моего сотового телефона, Мегафон 8-920-889-20, на услуги связи, звонки, смс, интернет. Комментарий можете написать, лайк поставить, да, репост сделать в соцсетях. Толстый слой льда, сосулька такая прям, 8 мм толщиной, на деревьях лед. Но весна скоро уже. Это, так сказать, последние экивоки, фокусы зимы. Смотрите, как красиво все смотрится, как рога у оленя. Последние фокусы зимы, так и назову этот ролик. Сейчас надо картиночку. Во, вот так. Последние фокусы зимы. Нормально вот так картинка будет. До новых встреч!